Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». Она стихи, найденные в интернете, стихи Лилии Хованской. Композиция называется «Сентиментальный летний вальс». Музыка исполнена Самуилом Лафрумовичем из цикла «Ожившая поэзия». Сентиментальный летний вальс, он нами кружит постоянно, увлек очарованием нас, и с ним нисколечко не странно. Он весь в кружениях своих и восхищениях любовных, а я живу в словах твои, где впечатлений много томных. Нас мчит загадочнейший вальс, и сердце вьюжит лепестками, а счастье вновь носит нас и дарит звучными стихами. Чудесные летние дни, в них солнце бесконечно с нами, а мы с тобой, как мотыльки, легко парить над облаками. Какое чудо вас любви, я восхищение не скрою, но ты ее благослови своей чистой душою. Какое чудо вальс любви, я восхищение не скрою, но ты ее благослови твоей чистою душою. Какое чудо вальс любви, я восхищение не скрою, но ты ее благослови своей чистою душою. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», «Сентиментальный летний вальс», стихи Лилии Хованской.